Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Значит, ты, Добрый Никитич, я, Алёша Попович, а вот это вот, это будут наши богатырские кони. Да? Ага. Так, тогда вот это будет моим вороным конем. А, вот. Хорошо. Давай. Да, забирай. Давай. Готов? Сейчас. Сяду. Готов. Поскакали. Вперед, мой верный конь. Поскакали. Подожди, Коксик, я что-то не понял. Какой Коксик, ты что? Ой, да, прости, Алёш Попович. Ну, в общем, я не понял. И чего ж ты не понял, Добрынюшка? Куда мы едем-то? Как куда? За Соловьём-разбойником? Ну, совсем от него житья нет. Заодно всем покажем нашу силушку богатырскую. Кому всем-то, а? Тут никого нет. Ой, правда, никого. Всем привет! Вот кому будем ее показывать. Кого ее? Кого? Силушку богатырскую. Ага. Мы с Коксиком в богатыре играем. Нет времени играть. Сейчас урок уже начнется. Художник вот-вот придет. Эх, жаль. Да, только что разыгрались. Только с Соловьем-разбойником поехали сражаться. Да, и вот тут урок. Всем добрый день. Здрасте, уважаемый художник. Ой, а что это у вас за палки такие? А, так это не палки, это наши кони богатырские. Да, кони, вот только разыгрались, тут уже урок начался. А хотите на настоящих богатырей посмотреть? На настоящих? Да они ведь только в сказках. И в этих, в былинах. Ну да, Еночь нам как раз недавно книжку с былинами подарил. Да, только она без картинок. А вы что, правда сможете нам настоящих богатырей показать? Конечно. Вы ведь помните, о чем мы говорили на прошлом уроке? Конечно. Мы рассматривали картины, где были нарисованы герои сказок. А написал все эти картины художник Виктор Васнецов. А я помню. Молодцы. Так вот, Васнецов писал картины не только с сюжетами из сказок, но и с эпизодами из былин. Что, и... с настоящими богатырями? Именно так. Вот эта картина так и называется. «Богатыри». Ого! Настоящие богатыри! Это, наверное, самые известные богатыри. Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович. Совершенно верно. На этой картине художник изобразил их в дозоре. Они, наверное, сели на своих богатырских коней и ездят по окрестностям, смотрят, не обижают ли честных людей. Или высматривают соловья-разбойника. Оружие у них тоже богатырское. Тут и копье, и меч, и лук, и даже дубина. Ну, вон, у богатыря посередине. Это Илья Муромец. Слева от него Добрыня Никитич. А справа Алёша Попович. А Алёша Попович как-то не по-богатырски выглядит. Вот у двух других борода и вид такой серьезный. А думаешь, борода богатырство, оно не в бороде. Ну да, просто Алёша Попович молодой богатырь. Но все равно, Шунь, он богатырь. А мне все-таки Илья Муромец больше нравится. Между прочим, Илья Муромец – это не просто былинный богатырь. Этот человек действительно жил на Руси 800 лет назад. Ему даже поставлен памятник в его родном городе Муроме. А еще есть какие-нибудь картины Васнецова про богатырей? Конечно, есть. На этом полотне снова изображен Илья Муромец. Это всем богатырям богатырь. И какая у него красивая лошадка. Чего? Какая лошадка, Шунь? Лошадки это для принцесс. А богатыря, о, конь-огонь. Особенно у Ильи Муромца. Ой, конь-то не скачет, а как будто летит. А богатырь как будто говорит: ну-ка, берегитесь, недруги. Да, очень грозный Витязь.
Интересно, вот есть памятник Илье Муромцу, а есть памятник художнику Васнецову? Есть. Здесь увековечен сам Виктор Васнецов и его брат Аполлинарий, тоже художник. А стоит этот памятник в городе Кирове, на родной земле Васнецовых. А в Москве есть дом-музей Васнецова. Вот он. Вау! Вот это да! Настоящий сказочный теремок! Мне все больше и больше нравится художник Виктор Васнецов. Он и героев сказок рисовал, и богатырей из былин. На следующих уроках мы будем знакомиться с другими великими художниками. И уверяю вас, они вам тоже непременно понравятся. А среди них будут такие, которые тоже сказки и богатырей рисовали? Непременно. А сейчас время нашего урока подошло к концу. До свидания, друзья. Увидимся в Шишкиной школе.